Сегодня поиграю я в Майнкрафт. С рассвета до глубокой ночи. Наружу выходить не лень, пусть даже там отличный день. Сегодня поиграю я в Майнкрафт. Включаю компьютер, запустилась игра. Со мной газировка, крипов жарить пора. Меня им сегодня не одолеть, нет. Спешу я свой домик построить, пока не появилась предо мной гермоверстрока. Нет никого меня сильней. О-о-о, так и есть, так и есть. О, да ты мне поверь. Сегодня поиграю я в Майнкрафт. С рассвета до глубокой ночи. Наружу выходить не лень, пусть даже там отличный день. Сегодня поиграю я в Майнкрафт. Только в Майнкрафт. Завтра накопаю немного бриллиантов. С железной киркой ты крутой без вариантов. Вот это прокричу, охренеть! Копну в глубину, много плюшек найду. И ночью я точно не подведу. Пускай нет шанса встретиться с ним. О-о-о, так и есть, да так и есть, да ты мне поверь. Сегодня поиграю я в Майнкрафт. Всем привет! Вы готовы поменять свое мировоззрение? Готовы ли убить себе своего злого зверя? Вот вам прохождение карты или летсплей новый. Ну же жмите кнопку play, если вы готовы. Не подпускайте лагеря к динамиту. Лучше вам не видеть, как взрывает сотни блоков ТНТ-воитель. Даже криперу не снилось, вот такая дырка. Лагерь посмотрел и сказал, ничего, привыкнем. Кто сказал, что эта карта вообще непроходима? Мистику и лагерю не поможет небесная сила. А если вдруг с ней не прокатит, ТНТ всегда поможет. Минус схемы, минус блоки, с потолка закапал дождик. Мистик вылез из дырения и сказал, какого хрена. Лагерь осмотрелся и решил залезть на стену. Мистик зоркий глаз лагеря увидел сразу. Он ударил один раз и свалил заразу. Хохот разнесся по всему квадратному миру. Это слышали даже зомби, собиравшие малину. Вот еще одна проблемка, зомби привалили к нам на пати. Но мы не растерялись, досов мечек уложили на лопатки. Вот такие мы веселые и необычные вдвоем. Так что ставь нам лайк, нету? А если мы найдем? Put me in a brand new world. I get around with Ender Pearl. I will not go far with this wooden axe. So there is one thing that I got to have. I need a diamond.
Всем привет! Вы готовы поменять свое мировоззрение? Готовы ли убить себе своего злого зверя? Вот вам прохождение карты или летсплей новый. Ну же жмите кнопку play, если вы готовы. Не подпускайте лагеря к динамиту, лучше вам не видеть, как взрывает сотни блоков ТНТ-воитель. Даже криперу не снилось, вот такая дырка. Лагерь посмотрел и сказал, ничего, привыкнем. Кто сказал, что эта карта вообще непроходима? Мистику и лагерю мне поможет небесная сила. А если вдруг с ней не прокатит, ТНТ всегда поможет. Минус схемы, минус блоки, с потолка закапал дождик. Мистик вылез из дырения и сказал, какого хрена? Лагерь осмотрелся и решил залезть на стену. Мистик зоркий глаз лагеря увидел сразу. Он ударил один раз и свалил заразу. Хохот разнесся по всему квадратному миру. Это слышали даже зомби, собиравшие малину.